Добрый день. Меня зовут Мир Заркович, я тоже наблюдатель от Сербии, но... Извините, пожалуйста, я очень плохо говорю по-русски, поэтому я дальше буду говорить по-английски, Илья будет переводить. I come from Serbia, and my nation shares your faith, actually. Я приехала из Сербии, и моя нация, она разделяет вашу веру. For 25 years we have the same problems, the same enemy as you have. 25 лет у нас те же самые проблемы, те же самые враги, что и у вас. Just like parts of Donbass are still occupied by Ukrainian fascists. Как, например, сейчас часть Донбасса, она оккупирована фашистами. The same way parts of Serbia are still occupied by Albanian fascists. Так же само, как и часть Сербии сейчас оккупирована албанцами. Part of that part of Serbia is called Kosovo. Эта часть называется Косово. Last night, two Russian journalists were arrested in Kosovo. За последнюю ночь два русских журналиста были арестованы в Косово. I don't know what's happening with them right now, but they are my friends and colleagues, and I'm very worried about them. Я не знаю, что с ними сейчас, но я очень переживаю по этому поводу. Their names are Sergey Belous. Их имена Сергей Белоус. И Оксана Сазонова. И Оксана Сазонова. Сергей Белоус was kidnapped here 2 years ago by Ukrainian fascists near Дебальцево. Perhaps you remember. Сергей Белоус. Сергей Белоус был здесь возле Дебальцево арестован украинскими силами вооружения. He is from Kharkov originally. Он из Харькова. But he lives in Belgrade for last 5 years. Оксана Сазонова я думаю, что она от Донецка, но сейчас она живет в Ростове. But she was visiting Serbia for the last couple of weeks. Но она ездила в Сербию последние недели. I beg Russian public, international public, to help them in any way, because I am afraid for their lives. Я прошу русские и интернациональные СМИ помочь им, потому что я очень сильно переживаю за их жизни. They were arrested in Gračanica, I believe, and now they are taken to Pristina, which is like the capital of Kosovo. Они были арестованы в Сербии? No, в Косово. Они были арестованы в Косово, сейчас им предстоит судебный процесс. The Kosovo is largely controlled by forces that are not a bit more merciful than Ukrainian fascists. Косово сейчас находится под властью под властью иллегального законодательства такого же примерно как и в Украине. That's why I really am afraid for their lives. I beg you to help them in any way you can as colleagues. Поэтому я очень переживаю за их жизнь. Я прошу вас, помогите им, чем можете. Очень спасибо. Слава России и Новороссии.